Меня зовут Марина Николаевна Янчевская, я в прошлом преподаватель, гид, много профессий сменила, сейчас я художник-любитель на пенсии. Я уже третий раз в клинике Картавенко за последний год. Ну, в прошлом году я была очень тяжелой, я уже давала интервью, как меня вытащили, можно сказать, с того света. Вот, а сейчас я уже как бы на подкрепление, улучшение, продолжение здоровья, восстановление. Вот, ну, меня просили вот о визулоне сказать, потому что я в прошлые разы, и даже дома я приобрела аппарат, пользовалась визулоном прежней конструкции. И сейчас вот, вот эти две недели пользовалась визулоном уже по программе Картавенко. Ну, могу сказать, как человек уже давно им пользовался, что действительно очень интересная программа, то есть она явно отличается и гораздо более комфортная для восприятия. То есть и по ритмам как-то вот не вызывает отторжения, и по цветам. То есть все цвета очень комфортные, очень не бьющие, не режущие глаза, вот, очень, очень приятно воздействующие. То есть вот в целом ощущение комфорта. О воздействии это как бы доктор должен говорить в результатах как бы вот этого влияния. Вот, но потому что вот само состояние просто и во время просмотра, и после, оно действительно как бы поднимается, вот, ощущаешь, как повышается тонус, как улучшается даже просто настроение. Вот, а вот вы как художник говорили о цветах, как они работают. Вот, цвета, ну вот они просто не открытые, бьющие по глазам цвета. А вы скажете, вот в тех программах, которые я вот особенно сейчас вот последнюю программу смотрела, которая для носа, там очень мягкие такие, как будто, как художник скажет, как будто белил добавили, то есть вот как у Бориса Мусатова, художника, вот такие пастельные, мягкие, смягченные тона. То есть если красный, то он чуть-чуть оранжеватый, если зеленый, то он немножко салатовый. Вот. И это настолько радостно, и у них очень радостный оттенок. То есть вот они просто вызывают ощущение комфорта и мажора какого-то, вот, просто радости. Mm-hmm. Вот то есть как минимум настроение соль. Изменяется на настроение позитивное, да? Настроение явно на позитивное, да. Вот просто ощущение очень приятное, вот снимаешь как-то так. Аж глазики смотрят как-то на мир. Да, ну и мы делаем диагностику до и после и регистрируем изменения функции организма. И изменения эти значительные происходят. Ну, судя по тому, что тонус повышается, да.